Доброе утро, дорогие братья, сестры. Я вновь приветствую вас и рад тому, что я могу приветствовать вас на очередном духовном завтраке. И сегодня хочу прочитать место из Евангелия от Луки. Это 4 глава, 16 стих. Здесь описывается поведение Иисуса. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Писание здесь нам говорит, что Иисус был воспитан в городе Назарете, и это воспитание привило ему такое обыкновение в субботу приходить в храм, приходить в синагогу и там рассуждать, размышлять, читать Слово Божье, закон Божий. Это было их обыкновением. И это обыкновение, оно было привито неким воспитанием, некой дисциплиной. Мы вчера собирались на братскую конференцию в городе Ленинск-Кузнецке. И там мы поднимали такой вопрос. Там тема конференции была о двойных стандартах, и она есть в онлайн просмотрим, можно это посмотреть, если кому интересно. И мы там поднимали такой вопрос, что помогает нам жить открытой перед Богом жизнью. И один из инструментов мы увидели – это наша дисциплина, когда мы вырабатываем в себе, может быть, через «не хочу», через «не могу», но прививаем себе дисциплиной, воспитываем в себе какие-то добрые привычки, добрые какие-то обыкновения. И мы видим, что Иисус тоже проходил через такое, так скажем, через такой путь, что Он был воспитан, и это воспитание прививало Ему такие привычки. Мы видим, что у апостола Павла тоже в 17 главе книги Деяний в первом стихе написаны: «Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. И Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания». Мы видим, что апостол Павел имел такое же обыкновение, как и имел Христос. День субботний – войти в синагогу, сесть с верующими людьми и рассуждать над Писаниями. Рассуждать над Писаниями. И это добрая привычка. Я думаю так, что это тоже не было так, что апостол Павел, вот раз, и у него появилось такое обыкновение. Это тоже было воспитано в нем через какую-то дисциплину. Это была привитая ему добрая привычка в день субботний посещать синагогу. Сегодня день воскресный, сегодня воскресенье. И мы сегодня с вами все посвятим этот день Господу. И это добрая привычка, которую мы также прививаем себе дисциплиной, прививаем себе каким-то воспитанием своего духовного характера. Отделять седьмой день, отделять его для Господа, для того, чтобы прийти и порассуждать над Писаниями. И если у вас есть такая привычка, если для вас это обыкновенное, для вас это обыкновение такое, это привычка такая, привитая, может быть, временем, в день воскресный прийти в Дом Божий и рассуждать над Писаниями, то я хочу вам сказать, что вы на правильном пути, что вы поступаете так же, как поступал Христос. Вы поступаете так же, как поступал апостол Павел и другие апостолы. Я верю и знаю, что у них тоже было такое обыкновение. Ну, просто это не описывается, но у них было такое обыкновение. Поэтому если для нас это обыкновенное прийти в воскресенье, в Дом Господень, рассуждать над Писаниями, значит, мы на правильном пути. Да благословит нас Бог, и пускай сегодня хорошее, важное слово будет проговорено в наше сердце. Аминь, друзья. До встречи.